Привет, друзья, и я пришел сегодня на YouTube, чтобы вести новую с вами рубрику. Это не реакция, я уже смотрел Энджойкина «Котлеты с пюрешкой», но, ребят, я знаю, что каждый день люди, сотни тысяч людей пересматривают клипы Энджойкина, а сегодня мы конкретно поговорим о «Котлетке с пюрешкой». Это самый топовый клип, который я когда-либо смотрел. Я его очень давно не пересматривал, вот вы просто не представляете, я его очень давно не смотрел. И давайте сегодня посмотрим его вместе со мной. Я думаю, вам будет интересно, и вы оцените это по достоинству. И если вам это понравится, то я могу пересматривать другие его треки, например, «Ламповую няшу», что я не смотрел уже год, «Няш-мяш». Я почти все помню. «Цветные розы» я уже смотрел недавно. Ну, в общем-то, и остальные. Да. Погнали. Я еще обожал смотреть в детстве «Улица разбитых рублей». Котлетки в обед, поторопись. Я забыл, как актера зовут. Он хорош, он хорош. Вот я реально я забыл слова. Блин. Окей. Вот если раньше пересматривал его клипы почти каждый день, сегодня же такого не случается. Вот и раз в полгода я просто пересматриваю все треки. Мне нравится стиль, это ВХС, да, получается. Такой ретро-ретро. Отлично просто. Шахматы, телевизор. У него такое лицо. Сидим, коробочки клин. Ну, давай, будь здоров, будь здоров. Это вообще, это так добро. Просто добро, добро, не знаю, как назвать. У нас сейчас котлетки с макарошками. Нет, с пюрешкой ты поторопись. У нас сейчас котлетки с пюрешкой. Просто когда пересматриваешь, появляется куча вдохновения творить ее. Просто не передать словами. Еще, кстати, он выпустил новый трек на «Дружко», который показали в новом выпуске «Дружко шоу номер 5». Ну, это полушедевр. То есть там всего один куплет, но это уже шедевр. Классно. Если тебе понравился такой формат, пересматриваем старое видео, то не забудь подписаться на канал и поставить под этим видео лайк, и обязательно пиши комментарий, что ты вообще об этом думаешь. Мне будет интересно прочитать, и да. До следующего видео, пока.